Массовые протесты охватили Анкару. Полиция применила жесточивый газ при разгоне выступающих против приезда в страну госсекретаря США. 150 человек, скандируя антиамериканские лозунги, собрались около отеля Анкара Палас, где пройдет пресс-конференция Рекса Тиллерсона и главы МИД Турции. Активисты считают, что Вашингтон стоит за провалившейся попыткой переворота в Турции в июле 2016-го и обвиняют Штаты в поддержке курдов, которых Анкара считает группировкой террористов. Накануне Тиллерсон встретился с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили двусторонние отношения, также проблемы борьбы с терроризмом и ситуации в Ираке и Сирии.